Туманная пушка – это тип оборудования, используемого для борьбы с пылевым загрязнением на строительных площадках. Пылезащитная противотуманная пушка в основном включает в себя системы распыления жидкости и системы управления, а также форсунки для направленного распыления. При работе этих устройств пылеподавители равномерно распыляются на землю и воздух через систему распыления жидкости. Этот процесс не только препятствует рассеиванию и взвешиванию пыли, но также эффективно снижает концентрацию пыли в воздухе, тем самым улучшая качество воздуха. Дичент предлагает различные типы оборудования для пылеподавления, в основном, включая грузовики с распылителями и противотуманными пушками. Это оборудование подходит для различных условий работы и потребностей. Грузовики с противотуманными пушками подходят для ситуаций, требующих постоянного движения, например, для подавления уличной пыли и пылеподавления на строительных площадках. Туманные пушки можно размещать на высоких платформах или в фиксированных местах для непрерывного распыления и точного покрытия.